синхронизация звука. Всем привет. О, привет. С вами Артём. Вот. И на обзорчике у меня Black Monster. Вот такой Black Monster. Такой вот. Очень красивая банка, холодная, только что с холодильника. С холодильничка. Да ну нахуй! На, серьезно, ты не верил, не верил, нет. Вот. Такая вот банка. Структура у нее такая, шероховатая. Ты здесь прекращай всякие испытания. Вот, очень прикольно. Не выскользнет, и вообще это что-то новенькое. Видите, да, на свету вот шероховатость такая. Прям слышно. Вот. Какой-то вкус новый. Чуть написано. Легендарный мотогонщик Валентина России, победитель более 100 королевских гонок. 9-кратный чемпион мира, сплотил армию фанатов MotoGP по всей планете. В команде с Валентина также известный как The Doctor, мы создали наш самый быстрый Black Monster. Его легкий, бодрящий и освежающий цитровый сы. Цитрусовый вкус в сочетании с полной обоймой заряда Black Monster придаст тебе грандиозное ускорение. Ну посмотрим, что это такое. Посмотрим, посмотрим. Кстати, тут картинка очень интересная, вот это снизу. Очень интересная. VR46, вот. Очень дизайн такой классный. Сверху черненькая, снизу желтенькая. Вот. Ну что, открываю? Открываю, значит. Вот так вот. Вот так вот открываю. Апельсинчиком пахнет. Пахнет апельсинчиком. Такую тару наливаю. Сейчас. Наливаю в такую тару. 50 грамм. Потом в рюмочку. Опа. 50 грамм ровненько. За ваше здоровье. У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД. Апельсинчик на первом подходе такой. Волна апельсинчика пошла. Солонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов. Ну как, в принципе, апельсиновый сок. Аккуратнее с языком, молодой человек. Что тут? Ну, в смысле, тут, да, соки только апельсина и лимона. Вот. Бодрящий вкус. Вкус бодрящий, радости вкус, всегда настоящий. О, приятно, очень приятно. Вот так вот. 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 Такой вот цвет у него яркий. Бодрящий, манящий цвет. Мягкий вкус такой. Он не такой проникающий, как прям апельсин, когда жжет губы. Он такой мягенький. Мягенький, мягенький вот. Нежный апельсинчик такой, вообще. Вообще ништяк. Вот это ништяк, блядь. Ништяк. Ой. Одно удовольствие. Как будто это не энергетика, сок какой-то. Аккуратнее с языком, молодой человек.
Реально, как будто какой-то качественный сок. Угу. Очень приятно пьется. Ради баб! Чтобы с ними поебаться! Очень приятно. Ну да сюда, обратно, тебе и мне приятно. Лимончик тоже чувствуется. Лимон. Цедра лимона с апельсином. На постоянку такой, да, можно пить. Каждый день, в принципе. Да ну нахуй! Даже какая-то подпись у этого мотогонщика, вот. Типа он расписался на банке. На каждой банке сидел, расписывался. Твою мать! Вот. Лимонный сок с апельсином, только эти высокие ноты приглушены. Такой мягкий вкус. Вот. Восемь баллов из 10 я ставлю. Очень достойный напиток. Очень достойный напиток. Очень. Дизайн и вкус. Классно все сделано. Вот если тебе даже нальют такой Black Monster в эту кружечку и не покажут тебе баночку, в принципе, ты можешь подумать, что это какая-то газировка либо какой-то сок. То, что это энергетик, вообще далеко вкус энергетиков тут вообще нет. Вообще ништяк, советую всем попробовать, тем более если по акции там 50 с чем-то рублей. Пятерочки! Вот так вот. Очень понравился вкус. Вот. Это никакая не реклама. Это не реклама. Это обзорчик энергетика. Потому что... Крутой чел. Пробует энергетик. Вот так вот. Такой вот. Энергон. Энерготурбо. Но... Заебись. Четко. Сейчас мне попрет вообще. Вообще ништяк. Еще хочу. Нет, я хочу. Еще хочу. Очень такое все прикольное. Блин, апельсинчик с лимоном вообще заходит классно. Вообще классно, круто, круто. Вот так вот пробуйте, ребята. И на этом все, всем пока. Бам, бам, бам.